Именно применение знания, подчеркнутого из книг Шрилы Прабхупады, дает наибольший эффект. И тогда ценность этого знания становится реальностью для нас, и поэтому очень важно применять на практике, что мы слышим и читаем от Шрилы Прабхупады. Это очень важно. Как, например, мы не можем просто насытиться едой, глядя и оценивая ее. Нет, нам нужно съесть эту еду, чтобы понять ее вкус. Точно так же, что бы мы ни услышали в лекциях Шрилы Прабхупады, какова цель слушания? Что вы хотите услышать? Мы же слушаем или читаем Шрилу Прабхупаду не потому, что нам больше нечем заняться. Нет, мы читаем или слушаем, чтобы применить это знание в своей собственной жизни. Очень важно применить это в жизни. И именно применение даст наибольший эффект. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.